Американский боксер Флойд Мейвезер, похоже, не выйдет на ринг 31 декабря против японского кикбоксера Тиншина Насукавы. Об этом сообщил сам экс-лидер рейтинга Pound for Pound на своей странице по прибытию на территорию США. Вся история началась с того, что Мейвезер приехал в Японию и провел с Насукавой пресс-конференцию, после чего абсолютно все посчитали их противостояние официально объявленным. Но теперь же Флойд, который активно раздавал комментарии о предстоящем бое, отрицает свои же слова и заявил, что изначальная схватка с Тиншином должна была быть лишь показательным для неких уважительных лиц. Во-первых, я хочу сказать, что я, Флойд Мейвезер, никогда не давал согласия на поединок против Тиншина Насукавы. Изначально меня попросили принять участие в трехраундовом показательном бое против соперника из Ризен. Брент Джонсон сообщил мне, что это будет показательный бой для богатых людей за очень большие деньги. Мы планировали, что этот бой будет показательным и не будет транслироваться по всему миру. На пресс-конференции мы с командой были в шоке от того, как все повернули. Мы должны были прекратить это. Хочу принести извинения своим поклонникам за дезинформацию. Я тоже был введен в заблуждение договоренностями, которые были достигнуты без моего согласия. Я боксер, который ушел в отставку и теперь зарабатываю тем, что езжу по всему миру на различные мероприятия. Известный британский промоутер Эдди Хирн заявил о том, что телесеть DAZN всерьез заинтересована в проведении третьего боя между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. И я считаю, что мы увидим третий бой между Головкиным и Канело, и что все его ждут. Определенно и сами Канело с Головкиным хотят его проведения. Мы, безусловно, планируем этот бой на 2019 год. Единственный поединок, за который Головкин может получить десятки миллионов долларов, это поединок против Канело. Да, Головкин заработал уже достаточно, и поэтому он пытается получить самую большую бой. Я уверен, что он с удовольствием бы попробовал взять реванш у Сауля. В среду вечером в Манчестере состоялась открытая тренировка для СМИ и болельщиков участников субботнего вечера бокса на Манчестер-арена. Главными действующими лицами здесь является абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик и претендент на его титулы местная звезда Тони Беллио. Александр Усик во время тренировки показал отличную реакцию и точность ударов, проведя поединок с теннисным мячом. Тони Беллио во время открытой тренировки делал много упражнений на растяжку. А на этом у меня все, спасибо вам за просмотр, также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и всем удачного дня!